नो जायते मियते वा कदाचित् नो जायते मियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणम् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणम् न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे कदाचित नायम मुझे से अग्रसित कदाचित नायम कदाचित तो इसमें नो पतम नो पतम आयम आयम और कब इंजन सुन दी कदाचित तो इसमें इसका तो नो कदाचित नो आयम अस्तल ने मुझे किसी सुन दी सो कदाचित то, что значит, знаете, когда-то, чит, когда добавляет чит, или чо, чоно, два слова есть, когда-чит или когда-чоно, одинаково, значит, когда-то, а но когда-чит, means никогда, оям, никогда яяте, раздается, мрете, не умрет, важность или умрет. Оям, оям, но оям кодачит. जायते वाम लियते नशित एता नि राजदात्सा इली निकदा नि उम्दियत तो वयम क्तो वयम एता क्तो Айям – это атман? Атман, атман. Айям – это мужской род. Атман тоже мужской род, поэтому говорит айям – он. Он никогда, но кодачит, но жаяте мриетева. Никогда раздается или умрет. И бутва бобита вано бхуйо. And it does not again come into existence by being born. Бутва means раздайя, раздайяса. Means once born. Это бутва. No bhuyava bhavita. Bhuya means appears. Snova. Ajendra's paluchip rasdaniya appears ni vibhaya. Это всегда остаться одинаково. Поэтому
пиас сушат маньяни бивает. Пиас, а? Всегда остаться. Бутва, но бьёва бабита. Один раз отдаться, и опиас в будущее время будет, это неправильно. And it does not again come into existence by being born. Вот просто говорите, получив, не получив рождения опиас, будет существование. Так нет. Почему Аджаха? Аджаха знаете? Это глагол джандхату. Аджаха ни джа. Is butless. Ни раджан. Butless. Аджаха. Батлес, начало. Не рожден. Не рожденный. А, рожденный. Нитья. Итамер. Как? Вечный. Вечный. Сашатаха. Сашатаха. Значит, если нитто говорите постоянно, тогда сашата говорите вечный. А, шашпата личный, да? Нитья говорите постоянно. Постоянный. Constant. Не рожденный, постоянный и вечный. Вечный. Пурано. Пурано, знаете, пуранаха. Знаете? Это слово. Very interesting. Если объясняется, как Пурано. Пурано – ancient. Ancient, знаете, как? Древний. А здесь Пурано, если объясняется, Пура опи навоха. Means Пура means древний, тогда тоже новый. Древний и новый место. Почему? Это тоже философия есть. То, что изменить, это говорит сегодня новый. А завтра будет не новый. А что не изменить, постоянно одинаково, совсем не изменить. Это всегда новый, всегда древний. Это Пурано так. Древний и новый. Но Пурано. Или просто это древний. А древний means, когда-то был, не можете говорить когда. Всегда был. Поэтому вечный. Древний. Вечный. Вечный, а Пурано тоже так. Но хоннате, хонна мане шариве. Хоннате, знаете, уже понесили, как? Не будет убита. А? Но хоннате. Не бывает убитым. Не бывает убитым. Хонна мане шариве. Хонна мане шариве, это седьмой падец, а? Это называют бхаве саптами. Не убитым теле. Оба седьмого. Это бхаве саптами means, если полна предложения бывает другого причина, другое предложение, тогда это бхаве саптами. Хоньномане шойли means, говорите, даже Села убита бывает. Хонна мане это тоже пассивный дар. Хонна мане шарире. Когда села бывает убита, тогда он не будет убита.
предаточное предложение, условно предаточное. Хонно-мане тузе, как грамматика Мудреса говорит, хонно-мане. Мудреса. Не трудно это, немножко читает, думает об этом. Глагол хон. Потом песебный джал. Как хонно-те. Песебный джал хонно. А потом санос. Атмуне вот поэтому санос. Шатри санос. Ман. Поэтому ман. Хонно-мано. Потом хонно-мане. Хонно-мане шоримин. Села, даже села, когда будет убита, тогда тузе он, но хоньнате, он не будет убита. Да. Кто думает вот здесь? А, он никогда не рождается, не умирает, не возникает, он никогда не возникнет. Нерожденный, постоянный, вечный, он древний, не умирает, когда убито тело. Вот так говорит. А здесь через грамматика, если понимаете, так. Но хоньно ты, не убито бывает, вечный тело. Хоньно марит, когда тело будет убито. А тут он употребляется, это атман. Это все вот так вот. Есть микрофон. Почему он все время говорит, у нас атман, атман? Он. Санскрите атман, мужской. Мужской? А в русском душа она, а в русском она. А переводится как? Душа ваше женский. Женский. А сушите мужской атман. А тут как слово? Слово так. У них душа мужская. А у русских женская. Русский так делал. Вопрос здесь. Русский почему он дал? Да. Вы думаете, это она? Или напишите она? Это одно и то же, да? Может, что-то другое? Дух мужской или женский? Дух мужской. Тогда дух. Тогда дух, а душа дух. Женская. Это думаете дух. Дух. Он знает, поэтому да. Ну, не знаю, не знаю. Ну, типа, что, знаешь, как дух – это Пуруша, а в Пракрити уже душа. Можно так. Она. Пракрити это же тело, душа. Это все, вся природа. Это материальная часть Пракрити. И тонкая материальная. Атман, он не проявленный, Пуруша, не проявленный. Знаешь, не проявленный. А Брахман, когда говорит, не он. Оно. Оно. Там точно говорит. Это лучше. Лучше. А мужской Брахман есть. Мужской татах, это говорит создатель. Создатель. Брахма. Тогда говорит не Брахма, а Брахма.